новый семейный телеканал «Франше». Завтра. Вот мы, вот ларек. Грабим ларек и обжираемся всю зиму до отвала. На что готова белка? Нет, только не он! Ради орехов. Невероятная история о страсти к еде и приключениях. Кто все это натворил? Реальная белка. Завтра в 19:30. Чуете, горелым пахнет, что не от меня? Что за дела? Смотрите! Большая анимация на солнце. Впервые по телевизору. Зверокрекеры на новом телеканале «Солнце». Что? Хомяк? Эти крекеры превращают людей в зверей. И теперь они выступают в волшебном цирке. Есть только один способ превратиться обратно в человека. Нужна особая печенька. Только она потерялась. Должен быть какой-то способ превратить тебя обратно. Готовьтесь увидеть нечто изумительное! Зверокрекеры. В пятницу в 19:30. Большая анимация на солнце. Прятки. Я напишу остальным. Стефани и Саша все украсят. Фиби и Диди выбирают. Девочки, сосредоточьтесь. Мы занимаемся серьезной работой. Я знаю, как и мы. Мы снимаем клип на следующей неделе. Ты смотришь новый семейный телеканал «Солнце». Здесь новые герои. Новые приключения. Но главное осталось. Волшебство! Смотри новый семейный телеканал. Солнце. Обняла. Обняла максимально крепко. Это какие-то неправильные обнимашки. Ты смотришь новый семейный телеканал «Франше». Впервые по телевизору. Зверокрекеры на новом телеканале «Солнце». Что? Хомяк? Эти крекеры превращают людей в зверей. И теперь они выступают в волшебном цирке. Есть только один способ превратиться обратно в человека. Нужна особая печенька. Только она потерялась. Должен быть какой-то способ превратить тебя обратно. Готовьтесь увидеть нечто изумительное! Зверокрекеры. В пятницу в 19:30. Большая анимация на солнце. Мы же должны купить билеты на концерт Бобби Флэша. Если они прославятся, ты сможешь увидеть Бобби Флэша. Вживую! Почему вы не сказали? Ты смотришь новый семейный телеканал «Солнце». Здесь новые герои. Новые приключения. Но главное осталось. Волшебство! Смотри новый семейный телеканал «Солнце». Завтра. Вот мы,
Вот ларек. Грабим ларек и обжираемся всю зиму до отвала. На что готова белка? Нет, только не он! Ради орехов. Невероятная история о страсти к еде и приключениях. Кто все это натворил? Реальная белка. Завтра в 19:30. Чуете, горелым пахнет, это не от меня. Что за дела? Смотрите! Большая анимация на солнце.